Православие у грамадском житті. Сегодня у ГДУ имя Франциска Скорины обмерковали питання духовности и науки. Наполненность грамадства и проблемы насельництва – это питання, яке вырашає як адукация, так и религия. И вельми важно знаходить кропки судокранання и агульные идеи. Основным полем доследования удельников конференции является история взаимоотносин помеж церквой и громадством. Головная мета – распаусюджвание ведов об духовности. Конференция уникальна сама по себе тем, что она включает в себе несколько основных элементов. То есть тут есть как и традиционная встреча науковцев, и она не сдавна называется международной. У нас коллеги так само удельничают с Москвы, Брянской области, Калининградской области. Другая частка конференции – это студентская секция, где наши будущие выкладчики делают первые кроки у науку. И третья – это особливо, так скажем, уникально. У нас особная секция для школьников, для выпускников старейших классов. Присутные так само смогли увидеть минулое в фотокартинах. У выставочной зале университета перед наведывальниками повстали страченные храмы. Церковь – это не стены, а мы с вами, живой организм, который приходит в эти стены в храмовые и молится, и своей душой располагается к Богу, просит Его помощи, просит Божьего покровительства. И Господь откликается нам с вами. И вот сохраните эти места, где молились до нас с вами тысячи и тысячи людей, и в настоящее время приходят туда сотни тысяч людей. И мы надеемся, что и в будущем в эти святые места будут приходить новые поколения, которые будут сохранять тоже свою историю. Часы идут, але стены храмов памятуют каждую хвилину истории. Выставу можно наведать до 15 снежня.